в небыль с крутого моста и выползая на свет. Пасынки совести ищут Христа в мире, которого нет. Ищут по солнцу и темным углам, ищут полями весной. Ищут в себе по кривым зеркалам и над зеркальной водой. Ищут, не могут найти, с цели сбиваясь в пути, деньги меняя на спирт и незатейливый флирт. Может, он спрятался в храме большом, в луковичных куполах. Может, забылся страдальческим сном в наших юродивых снах. Может, он сам объявиться бы рад, но не приемлет прогресс. Может, не терпит солидных услад и масс-медийных чудес. Ищут, не могут найти, цель забывая в пути, деньги меняя на мзду, хлеб на тугую узду. Ищут искусством, недаром ведь дар богоугодной мазнёй. Ищут в трибунах, смывая пожар лжемессианской слюной. Падая камнем в святой атеизм и воскресая грехом, рядят в приманку лихой катаклизм, греясь нестрашным судом. Ищут, не могут найти, цели сбиваясь в пути, мир раздарив голубям и бесполезным вождям. Канонизирует быт маята патокой благостных лет. Пасынки совести ищут Христа в мире, которого Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Дмитрий Панов. Здравствуйте. Продолжаем наш разговор. Вот эта песня, конечно, да, много там интересных выражений и образов. Что это, картина современного мира, да? Как ты ее видишь?
твоя личная. Ну, это картина... Может быть, какие-то богословы с тобой, может быть, и не согласились бы. Да, но здесь я сразу могу сказать, я эту песню написал в 19 лет. То есть, ну, давно. Давно, вот. И сейчас я бы что-то, конечно, там чуть-чуть поправил, потому что там есть некоторая, в общем-то, каша, но, с другой стороны, я тут ее прочитал, продумал и оставил так, как есть. Во-первых, потому что, ну, это действительно срез того, как я это видел в 19 лет. Вот. С другой стороны, ну, какие-то образы... Тут можно не согласиться. Ну, вот, например, там, падая камнем, святой атеизм. То есть, ну, можно спросить, как атеизм может быть святым? Но на самом деле те люди, которые говорят, что они атеисты, они верят в то, что они атеисты. Для них это религия. Для них это религия. То есть они все равно верят. Вот. Но верят, ну, странно, да? Вот. Об этом речь. То есть, другое дело, что, может быть, да, какие-то строчки, они, я бы сейчас их поменял, но, с другой стороны, это тем и ценно, что какая-то картина, вот, там, скажем, моей души, моего языка, вот, там, не знаю, 18-летней давности. Поэтому... Ничего себе. Как-то ты так вот уже в те годы так серьезно задумывался. В итоге метаноя, да? В итоге метаноя. Да. Ну, то есть это твой путь. Ну, давай вот о метаное поговорим. Вот она с тобой вообще происходит, вот о метаное, вот сейчас, в данный момент твоей жизни? Да, постоянно в духовном происходит. Плане. Все время происходит. Если так задуматься, то с каждым человеком буквально каждую минуту происходит вот это вот, ну, такое шатание, болтание, да. Ну, если человек там не в молитве, например, не в молитвенном состоянии находится, да и в молитвенном состоянии, чего греха таить, и шатает, и болтает, и туда, и сюда, и сложно сосредоточиться, сложно это все поймать. Вот. Поэтому постоянно, и каждую секунду, каждую минуту, мне кажется, с каждым человеком происходит эта перемена ума. Вот. А, ну, в каком-то более широком плане... Ну, это потребность света. Потребность неба, потребность света. Ну, вот в глобальном для меня понимании, и все тут, в общем-то. А так вот, то есть движение к свету, постоянные такие какие-то ступеньки. А вот такое, ну, слово «преображение», оно здесь уместно? Уместно, конечно. Потому что, конечно. Понимаешь, да? Конечно, уместно. Может быть, по-русски как-то «преображение»-то звучало бы так. Да, но в той, вот опять в рок-н-ролльной истории, о которой мы говорим, это, ну, наверное, там чрезмерно пафосно бы было, потому что это все-таки, ну, такая земная история, земная... С видом наверх. Mm-hmm. Вот, ну, для меня так, да, потому что все равно. Это... Преображение это наверху, да, с видом, конечно, на низ. Да, ну. Это ученики, упавшие на свои лица, да, когда Христос преобразился. И каждый человек, это же пример, да, что каждый человек, ну, изменяя свою душу, избавляясь от греха, пройдя всякий ряд испытаний, очищений, вот, и он может преобразиться, стать светлой личностью. И, можно сказать, засиять, как и святые, да? Говорят, что вот некоторые святые, когда молились, на них смотреть невозможно было, даже земные люди. Угу. Что люди закрывали глаза, не могли смотреть. Так человек преображался. Может быть, такая вот и цель и стоит. И хорошо было бы, чтобы у каждого человека была такая цель. Но сверхзадача для меня — это... Сначала, ну, наверное, почти в каждой песне, в каждом стихе это какую-то обозначить проблематику с помощью разных форм, там, поэтических, музыкальных и так далее. Обозначить вот эту земную страстную проблематику. Угу. И потом, ну, какими-то рефренами, какими-то... Вытащить. Да, вытащить это все вот в эту, в метаплоскость, да, в метафизичность, вот в это, в надмирность. Вот, наверное, так. Это мне только сейчас пришла мысль в голову. Ну, хорошо. Неожиданно. То есть хорошо. Это страстная земная история, да, вот это, поэтому это и в форме рок-н-ролла, потому что это, ну, это, ну, нормальная земная музыка. Вот. Ну да, и для определенного возраста это более понятный язык. Да. Пришло время песни. Да, ну вот последний год... жизни прошел по знакам этой песни, вот альбом у нас... вышел под этим названием «Новый позывной» песня. А вот «Новый позывной», этот рефрен, это как раз о том, о чем мы сейчас говорили. Mm-hmm. Песня называется «Новый позывной». Mm-hmm.
На распутье разбежались глаза молодых егерей. Значит, снова пировать до утра меж болот и зверей. Обещали до рассвета успеть, да куда уж теперь. Но запели, закружили, приоткрылась поднебесная дверь. Петли за душой, перья в разнобой. Новый позывной, новый позывной, новый позывной. Новый позывной, новый позывной, новый позывной. А как увидел свой пул, так притих и присел. Всегда привычнее старому, чем ломать за предел. Нет середины, либо сверхчеловек, либо синяя вошь. Соси, соси свой замусоленный век, грызи засаленный грош. Теплою зимой темный аналой. Новый позывной, новый позывной, новый позывной. Новый позывной, новый позывной, новый позывной. А как весна, так и живого не жаль ни сердец, ни огня. Распахни меня, настежь, да поводком вымой меня. В этой кислой стране остается лишь орать о любви. А ты лови это слово и снова лови. Едешь головой, будет выходной. Новый позывной, новый позывной, новый позывной. Новый позывной, новый позывной, новый позывной. И как же долго мы пытались друг другу конвоировать жизнь. Одиночество, та же подпруга, ты только держись. И сомнение удел лишь звенящих и просто живых. Пусть распорот от темя и согнут прикладом в поддых. Так значит, вот он какой за околицей утренний свет. А мы все жарили время на вырезках старых газет. Мы все целились в небо, не слыша под сердцем свирей. Жрали адские смеси и мяли чужую постель. Освещен луной путь на водопой. Новый позывной, новый позывной, новый позывной. Новый позывной, новый позывной, новый позывной. Мое тело опять как струна и душа как меха. Пусть крадутся хана и гниют потроха. С этой девушкой снова порвем все живое на дрожь. И загоним в этот спящий дурдом забубенный дебош. Вечер на постой, вечность по кривой. Новый позывной, новый позывной, новый позывной. Новый позывной, новый позывной, новый позывной. Коли были на дне, таково убоимся теперь. Шаг по капле раба, да повылезет замертво зверь. Как на распутье очнулись от морока егеря. Сушили порох, зачиналась золотая заря. Вечно молодой и Господь с тобой. Новый позывной, новый позывной, новый позывной. Новый позывной, новый позывной, новый позывной. Спаси, Господи. Ну, так, пришло время и мне спеть песню. Я почему-то, когда слушал, вспомнилась не песня одна, с которой тоже, можно сказать, начинал здесь в рок-клубе. Ну, мы старались такое что-то привлечь внимание шумом, но для концерта, для динамик концерта всегда какая-то должна быть медленная песня, чтобы все там зажгли зажигалки, что-то такое. И вот у меня такая была песня. Ищу сравнения, но поиски бесплодны. Язык богат, но смысл неуловим.
не лучше ли устам моим голодным назвать предмет именем своим? Прорвет плотину, и мысли хлынут, все станет так, как я хочу. Проходит время, жду, но как в душе тревожно. В глазах моих блуждает свет и мрак. Так жить, как я, уж больше невозможно. Исчезну в пустоту, но как же так? И я не знаю, зачем играю, зачем по-прежнему живу. Да, мы постоянно задаем себе вопросы, отвечаем на них, ищем ответы. Это такая вот, можно сказать, наше творческое состояние. Мы самореализуемся через него. Ну и жить так интереснее, да? Потому что все-таки без творчества это не жизнь, это какой-то постоянный мрак. Потому что творчество, оно нас... Ну вот к этому заставляю двигаться к свету. А потом еще, когда я узнал, что и Господь творец, вот для меня дошло. И я так понимаю, что Господь любит творческих людей. И, конечно же, когда человек начинает творить, такая борьба происходит. Потому что враг лукавый, он... Сколько талантливых людей, да, исчезло? Да. Смыло их. Вот, потому что здесь гордыня, медные трубы и... Гордыня в первую очередь, да. Причем. Все алкоголизмы, наркомания и все остальное – это уже следствие. Гордыня. Да. Тщеславие, гордыня. Вот это болезненное вот это самолюбие. Потом вот эта самореализация. Я могу. А потом ты начинаешь выделяться среди всех подобных. Ты уже стоишь с гитарой на сцене, и там девушки молодые, или еще там парни какие-то, они что-то там... двигаются, сигнализируют, и что ты им скажешь, они там отвечают тебе, как-то и реакция есть. И ты начинаешь о себе думать уже много, что ты что-то в этом мире представляешь. А потом наступают моменты опустошения какого-то, и ты понимаешь, вот, что вот это все Господь давал тебе аванс, всю эту силу, вот эту благодать, энергию давал, которую можно было по-другому, конечно. Но это твой путь, правильно же? И ты его проходишь, если до тебя дойдет все-таки, что надо что-то менять, в этой жизни действительно должна произойти метаноя, преображение, вот, то тогда есть выход, есть свет. И просто многие люди, как мне кажется, очень привыкли находиться в болезненном состоянии. Это их любимое состояние. Конечно. Они его культивируют. Они другого состояния не знают. Для них уже норма становится болезнью. Это как нашли одного солдата, который, оказывается, с войны охранял какой-то склад, и он жил в подполье, значит, ему сообщили, когда что он там стоит, кто идет, значит, стрелять буду, значит, склад. Война уже давно кончилась, чуть ли не там 5 лет назад. А он стоял на посту. Он говорит, я только, если мне командир, значит, ну, или взводный какой-то там скажет, я тогда покину пост. А у него там консервы были. Но когда его вывели на свет, он ослеп сразу.
понимаешь? Да. С одной стороны, это послушание, а с другой стороны, вот надо интересоваться то, что происходит снаружи все-таки. Выглядывать иногда. Как чтобы не ослепнуть от нормального явления, для которого... А вот для старца Паисия, когда он молился, и была благодать, и когда он вышел полдень, было темно. Его этот, спрашивают, идет, что сейчас? Он говорит, да, отче, ты что, не видишь? Солнце, свет там. Он говорит, я ничего не вижу, темно. Вот. Потому что божественный свет, он еще ярче. И после нет, наш свет кажется мраком. Вот дневной свет, где мы живем. Ну, вот теперь твоя песня. Моя песня. Закончим на лирической ноте. Вот песня называется «Звезда моя». Ну, в общем-то, все о том же. Звезда моя, я все же верю в чудо, то самое, что вытолкнет отсюда. Полуночный борей согреет. У дверей позолотит зала, остынут зеркала. Звезда моя, звезда моя. Спасибо, Господи.
продолжаем наш разговор. Ну, я хочу немножко переключиться. Я вот настоятель храма святителя Василия Великого. Ну, ты же знаешь. Да. Слава Богу, узнал. Угу. И сейчас вот так получилось, что я веду передачу и выступаю. И ко мне обращаются многие с такими люди, ну, с какими-то творческими проблемами. У некоторых вообще застой, не могут дальше двигаться, развиваться. У некоторых проблемы разные, внутренние. Вот. Ну, знаешь, творческие люди, по себе, наверное, знаешь. Да уж. Да уж. Лучше вот в этом да уж столько всего, да? Да. То, о чем мы говорили. И начинаешь упиваться этим состоянием. Во-первых, входишь в него вообще вот так. На раз, два, три. Потом начинаешь упиваться им. Жалеть себя. Другим это все демонстрировать. Да, такой талант. Других такой подтягивать несчастный. Сюда. Да, да, да. Это не любит. Это все. Никому конечно, детский сад, в общем-то. Ну... Что, ну, я в смысле, что я приглашаю к себе в храм, туда, святителя Василия Великого, помолиться вместе, может быть, поисповедаться людей, которые вот в таком творческом застое находятся. Имеется опыт мой личный, и, может, увидите своих там коллег. Вот так вот. Ну вот, передача у нас заканчивается. Такая интересная передача получилась, может, необычная. Я думаю, твою копилочку, она ляжет хорошей такой монеткой. Я очень надеюсь. Монеткой. Для меня это большая честь. Спасибо. Спасибо. Ну и будем расти духовно вместе. Может, кто-то увидит из молодежи эту передачу, немножко так задумается. Вот, потому что путь пройден уже, да? Вот. Да. Уже такой юношеский максимализм позади. Позади. Надо уже делать какие-то серьезные выводы и двигаться. Ну, я думаю, что это вот какое-то творчество должно новое появиться творчество. Вот новые образы. Даст Бог. Да. Будем работать. Да. Спасибо, Господи. Дорогие мои, с вами была передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Дмитрий Панов, группа «Метаноя». Мы с вами прощаемся. Божьей помощи всем. Ангела-хранителя на ваших жизненных путях. И до новых встреч. Спасибо, Господи.